коллективе. Своими успехами в учебе, стремлением к достижению поставленных целей, каждый из этих ребят доказал, что вправе называться студентом года 2014. Вот уже третий год подряд Тверская общественная организация «МОСТ» совместно с региональным правительством проводит в Твери торжественное награждение лучших выпускников высших и среднеспециальных учебных заведений. Сама же традиция чествовать студентов-отличников зародилась в столице Верхневолжья много лет назад. Начинал вот это хорошее действо, фонд, который сейчас действует, «Доброе начало». Небольшой сборник. И вот выдавали эти журнальчики скромные, лучших выпускникам, не только работодателям, но и директорам учебных заведений. Ну, а у вас это расходилось, вам, родителям и так далее. С каждым годом чествование выпускников набирает все большие масштабы. В этом году дипломами были награждены 200 самых активных студентов. Как признаются сами выпускники, для них эта церемония не только приятна, но и полезна. Ведь главная цель мероприятия – помочь молодому поколению найти свое место в жизни. Мне очень интересно на то, что вот трудоустройство, я рассматриваю варианты. То есть будет полезная встреча с работодателями. На торжественную церемонию были приглашены руководители ведущих предприятий Тверской области. Те, кто может помочь молодым специалистам начать восхождение по карьерной лестнице, тем самым сохранив кадровый потенциал региона. Выпускникам была представлена возможность пообщаться с представителями деловых кругов, возможными будущими работодателями. И каждый получил напутственное слово от уважаемых людей Тверского региона. Умейте использовать ваш труд, ваши знания во ваше благо, и тогда Россия будет вами гордиться. За последнее время мы получили новый импульс национальной гордости. Мы стали уважать нашу страну. Так вот мы, благодаря вам, я убежден, будем еще больше ее уважать и уважать Тверскую область. Удачи вам и успехов во всех делах. Елена Михайлова, Илья Чечин, РЕН-ТВ, Пилот.